Прошу подписаться вас на мой второй канал. Там вы найдете интересные фокусы с картами. Там я пробую необычные напитки, необычную еду. И не только я, а также моя семья. Ребята, поддержите мой второй канал, подпишитесь и, естественно, оцените видосики. Привет всем любителям карт. Сегодня мы с вами выучим вот такую вот классную подмену. Надеюсь, вам понравится. И давайте приступим к обучению. Итак, это очень-очень простое движение. Мы даем зрителю выбрать любую карту и делаем брейк на верхней карте вот так. После этого переворачиваем карту, которую он выбрал, и берем за уголок две карты тремя пальцами, то есть вот так. Ведем и просто скидываем карту зрителя, и таким образом происходит сама подмена, то есть вот так. Мы просто делаем вот такое движение пальцами, и карта уходит. И в руках у нас уже левая карта, которую мы и задвигаем в центр. Просто делаем вот так и все. Это очень-очень простое и классное движение. Вы можете его использовать. Я надеюсь, оно вам понравилось.